Купил себе такой вот большой 27-дюймовый монитор. Вот, и понял, что в принципе немного он для меня великоват. То есть, когда сидишь близко к монитору, то нужно куда-то постоянно налево, направо поворачиваться. Либо головой, глазами куда-то скашиваться. Не очень удобно. Вот, так как я привык раньше работать на мониторах с Full HD, здесь вот этот размер 27 дюймов больше, чем мой предыдущий 22-дюймовый монитор, и несколько непривычно. И тем более дома с какими-то огромными таблицами, как на работе, допустим, я не работаю. Поэтому что я для себя нашел, какое решение данной проблемы? Здесь я в разрешении экрана поставил следующий параметр. Не, вот здесь вот давайте я сфокусируюсь даже. Не 2560 на 1440, а меньше. То есть я сузил принудительно экран до размера, до его ширины 1920 пикселей, а по высоте оставил прежним. Вот. Давайте применим это изменение. Вот. И посмотрим, как будет сейчас у нас. Смотрите, что у нас стало. Изображение уменьшилось, то есть оно стало с хорошими соотношениями 4 на 3 по высоте, а не 16 на 9, как раньше. То есть вот эти вот черные полосы, они здесь слева и справа не задействованы. То есть для работы с какими-то документами, для серфинга в интернете, где, как правило, все по ширине умещается и требуется часто прокручивать вверх-вниз информацию, это очень удобное разрешение. Поэтому можно вот оставить именно его. Мониторов таких с таким разрешением и с таким соотношением сторон 4 на 3 не выпускают. Вот поэтому можно из большого монитора сделать такой более узкий монитор, комфортный для серфинга в интернете, чтобы никуда налево-направо не скашиваться. Потому что часто бывает какая-то навигационная информация в левой панели, на большие разрешения она не очень адаптирована и неудобно работать, сидя близко перед монитором. Вот, в любой момент это разрешение можно обратно изменить. Вот, и продолжать уже смотреть, допустим, какие-нибудь фильмы уже в разрешении 16 на 9. А для работы с браузером очень удобно. Вот, особенно на тех сайтах, на которых вот по центру все не выравнивается. Вот, большое спасибо за внимание. Надеюсь, данный лайфхак был вам полезен.